опять уж прилетела, как юридовцы взялись за дело. Со службы ГИБДД все в ногу идем, и профилактику ДТП мы ведем. Это ученики рязанских школ, которые являются участниками отрядов юных инспекторов движения. Именно для них активных помощников сотрудников госавтоинспекции в связи с 45-летием объединения была организована занимательная экскурсия. Основная помощь, которую оказывают ребята сотрудникам ГАИ, заключается в том, что, во-первых, они сами всегда соблюдают правила дорожного движения, а во-вторых, рассказывают о необходимости их соблюдения своим сверстникам. Кроме каких-либо регулярных мероприятий сотрудники госавтоинспекции привлекают таким образом учащихся к соблюдению правил дорожного движения, чтобы они пропагандировали своим сверстникам требования правил дорожного движения, которые необходимо знать и соблюдать в условиях современного активного транспортного мира. Во время экскурсии мальчишки и девчонки узнали об истории создания ГАИ ГИБДД, а также особенностях работы подразделения, сотрудники которого несут службу в круглосуточном режиме. Они посетили лекционные, актовые и спортивные залы подразделения, познакомились с медалями и наградами, которые регулярно получают сотрудники госавтоинспекции. Также специально для юидовцев была организована выставка имеющегося на вооружении у ГИБДД оружия, которое применяется сотрудниками в повседневной работе. Ребята смогли не только рассмотреть все представленные элементы, но и подержать их в руках. Пожалуй, именно эта часть экскурсии запомнилась юным инспекторам больше всего. В оружейной комнате, как нам рассказали, выдают оружие. Это очень интересно. Вот. Мне понравилось больше всего, когда нам дали про оружие, рассказывали, когда выдают, палку для полицейских. Вот. И очень понравилось про оружие, когда давали подержать. В завершение мероприятия руководителям отрядов ЮИД были вручены от госавтоинспекции благодарственные письма за активную работу в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий с пожеланиями успехов в данном направлении деятельности и дальнейшего сотрудничества. Юные помощники получили в подарок яркие световозвращающие браслеты. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».